В поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Одновременно во всех городах России, в Самаре, на площади Славы, прошел концерт «За мир, труд май, за мир без нацизма». В нем приняли участие областные и городские власти, члены профсоюзных организаций, юнармейцы, студенты и жители региона. С торжественным словом к собравшимся обратился губернатор Дмитрий Азаров. Мы за мир, мы мирные люди, но мы никогда не будем мириться с тем, что где-то угнетают людей. Где-то убивают детей. Мы своих не бросаем. Мы против нацизма. Мы против фашизма. В годы Великой Отечественной войны также поколение героев-победителей заслонило нашу родину от нацизма. А сегодня наши парни, следуя долгу, своему воинскому долгу, своему патриотическому чувству, любви к своей родине, делают все, чтобы над нашим регионом, над нашей страной было мирное небо. «Сила в правде, а правда за нами». По таким девизам перед собравшимися выступили самарские коллективы и военнослужащие. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога не легка, мы будем верою и правдою служить России. Память российских военных, погибших в военной спецоперации на Украине, почтили минутой молчания. Михаил Ермоленко, Виктория Шаре, Максим Магомедов, Константин Головин. События.